Образовательный центр «Атом класс» в третьей школе больше не уникален. В атомную образовательную сеть включилась и школа номер один. 24 февраля современная учебная лаборатория начала свою работу. Первыми в новом образовательном центре провели занятия ученики 9 класса, которые выбрали физику в качестве итогового экзамена. Семинар-практикум прошел в двух измерениях – реальном и виртуальном. Благодаря платформе видеосвязи Zoom к занятию присоединились ученики других школ. Но подкрепить теорию практикой и углубить знания смогли только реальные слушатели с помощью демонстрационного оборудования. Красный провод идет от плюса, то есть вот это у нас плюс, а это минус. Значит, вот этот провод от плюса куда мне нужно включить? Правую, левую, то есть вот сюда, да, от плюса идущую, ну а соответственно другой. Значимое для учебного заведения событие открыли торжественно. На церемонии присутствовали директор Фонда социальной и экономической поддержки города Ирина Комова, ведущий специалист Комитета по образованию Десногорска Ольга Хромченкова, муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» Татьяна Кужениязова, а также заместитель директора Смоленской АЭС по управлению персоналом Анатолий Терлецкий и заместитель главы Десногорска по социальным вопросам Александр Новиков, стороны, которые вместе со школой участвовали в создании проекта. Вы говорите, помощь. Это не помощь, это действительно инвестиции. Это инвестиции в наших детей, в будущее нашего города, в будущее нашего предприятия, в будущее нашей страны. Мы рассчитываем, что и вы, как образовательная организация, на базе которой создан «Атом-класс», несете максимально свою долю в эти инвестиции. Смоленская атомная станция оказывает и будет оказывать всегда поддержку именно образовательным нашим учреждениям, поскольку, правильно, это наши дети. И от того, как, в каких условиях они будут учиться, зависит, ну, в первую очередь, то, с какой радостью, с желанием они будут приходить в школу. А если они будут сюда приходить с желанием, значит, знания они будут получать более качественные. «Атом-класс» является частью проекта «Школа Росатома». Немаловажную роль в его создании принимали и другие структуры. Так, в 2021 году Фонд социально-экономической поддержки муниципалитета выделил средства на ремонт кабинета, который провели сотрудники АО «ЭЦМ». Современное оборудование приобрели благодаря Фонду содействия повышению уровня знаний и профессиональных коммуникаций «Паритет». Школа снабжена приборами по механике, молекулярной и квантовой физике, электродинамике, цифровой лабораторией, оборудованием для лабораторных практикумов. Все для увлекательного и нескучного освоения науки. Ксения Лошкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.